Жамбылские прокуроры налаживают сотрудничество со своими кыргызскими коллегами. В первую очередь, стражи порядка намерены совместно решить проблемы с незаконной миграцией. Об этом как раз и будут говорить в ходе двухдневного форума, который сегодня начал работу в Таразе. Представители Чуйской, Талаской областей и города Бишкека обсудят с казахстанскими прокурорами пути решения давно назревших проблем. И, конечно, выяснить, как снизить показатели преступности и контрабанды на территории сопредельных государств. Экономика, контрабанда. Контрабанда оружия, наркотиков, товаров народного потребления давно является головной болью правоохранительных органов наших стран. И сейчас главная задача – найти выход из сложных и спорных ситуаций. И, конечно, решить проблемы незаконной миграции, которые способствуют в основном бюрократические проволочки.